здесь информация, можно на английском языке все узнать. Я в иммиграционном университете. Здесь можно поменять деньги. Здесь можно сделать фотографию за 100 бат. Ксерокопию документов. В общем, принцип такой. Вы приходите, получаете талончик, и все очень быстро проходит. Вот. Так что будете на Крабе, захотите продлить свой срок пребывания еще на 7 дней, приезжайте сюда, оплачивайте 1900 бат, без проблем это делайте. В общем, 1900 бат плюс фотография 100 мне пробили до 30 марта, то есть еще на 7 дней. Ну, интересно, в общем, офис, тут можно вот свободное время провести с помощью крутилки. То есть вы крутите, лампочка горит, значит, все нормально. Скорость хорошая. И все по времени заняло примерно, ну, где-то, ну, 15 минут. В общем, все круто, приезжайте и продляйте свои визы, и не ездите, не читайте эти форумы. Пишут всякую ерунду. Познакомились с американцем, живет в Сан-Диего, говорит, что ездит в Тихуану отбеливать зубы и нашел себе девушку из Украины, потому что, говорит, из России, из Украины самые красивые женщины. Круто.